можно вообще не думать об учебе. Совсем не думать не получится. Профессор Кривозуб нам такой список для чтения на лето составил. Ну уж нет, я летом собираюсь отдыхать. Надо сходить в кафе, в маникюрный салон и в тот миленький магазинчик. Никакой учебы, только отдых. Кстати, надеюсь, в вашей мансарде хватит места для пятерых? Ну, забыла вам сказать. Тут, в общем, такое дело. Нашу мансарду школа в биологический класс переделала. Так что жить-то в этот раз не получится. Что? Аленка, ты почему нам заранее не сказала? Ну, я забыла. Конечно, это же такая мелочь. Что же нам теперь делать? Эй, ничего страшного. У моей бабушки поживем. И комната большая, и бабушка будет рада. У бабушки? Ну уж нет, стрелочки мои, мне это не подходит. Да тише вы! Это Василиса Васильевна! Потом поругаетесь! Девочки, срочно приходите в кафе «Лукоморье», есть важный разговор. Кафе закрыто! На спецобслуживание! Закрыто? Именно! Сейчас прибудет Василиса Васильевна. У нее здесь назначена встреча. Наверняка с кем-то очень важным. Так это с нами встреча. С вами? Ха-ха-ха! Не смешите меня. О, девочки, вы уже здесь. Отлично. Василиса Васильевна, они... Да-да, девочки здесь по моей просьбе. Я хочу, чтобы они помогли вам с расследованием. С каким расследованием? Василиса Васильевна, мне эти горе-помощники совершенно ни к чему. Уверяю вас, я сам справлюсь. Василиса Васильевна, расскажите, что случилось? А то пока вообще ничего не понятно. Раз в 1000 лет в Мышкине проходит сказочный фестиваль в честь редкого события – затмения лиловой луны. В ночь затмения на улицу выносит волшебный камень, который наполняется магией луны и хранит город, позволяя в нем жить сказочным персонажем. Волшебники собрались на фестиваль, чтобы поделиться друг с другом секретами своего магического мастерства и провести ритуал затмения, которое состоится совсем скоро. Но сегодня утром господин Кот сообщил мне, что камень пропал. Василиса Васильевна, я же уже пообещал, что немедленно приступлю к поискам. Зачем подключать к этому патруль? Не понимаю. Дело очень серьезное. Вы прекрасно зарекомендовали себя в поисках волшебных артефактов. Поэтому прошу вас помочь найти волшебный камень-хранитель. Ого! Классно! Но, Василиса Васильевна... Делать это нужно очень аккуратно. Не привлекая внимания участников фестиваля. Никто не должен знать, что камень пропал. Поэтому вы будете вести расследование тайно. Гостями фестиваля могут быть только взрослые волшебники. Зато студенты могут быть волонтерами. Для нас это даже удобнее. Так что я уже распределила между вами должности, в которых вы будете работать на фестивале. Работать? Летом? То есть ты не хочешь быть главным стилистом-визажистом фестиваля? Минутки, стрелочки! Конечно, хочу! Маша, ты будешь флористом-декоратором. Варя – администратором фестиваля.
Снежка будет работать в сувенирном магазине, а Алена помогать коту с угощением для гостей. Помогать мне? Это рыжая катастрофа! За что мне все это? Кафе? Вот здорово! Жить вы будете в библиотеке. Во флигеле для вас приготовлены отдельные комнаты. Пожалуйста, держите меня в курсе и сообщайте обо всех деталях расследования. Конечно, Василиса Васильевна. Можете на нас положиться. Ну, а теперь мне нужно срочно возвращаться в волшебный колледж. Ой, чуть не забыла. Ваши браслеты. Даже не думайте путаться у меня под ногами, патруль. Особенно ты. А? Держись подальше от моей кухни. А волшебный камень я сам найду. Вот еще. Василиса Васильевна попросила нас камень найти. Так, часики мои, хватит терять время. Раз я стилист, то и выглядеть должна на все 100. Где у вас тут лучший магазин одежды? Так, что тут у нас? Ого, сколько всего! Вот это мы удачно зашли! Ну как, мне идет? По-моему, очень даже мило. Часики мои, похоже, вы в моде совсем не разбираетесь. Но ничего, вам повезло, что я здесь. Доверьте это дело профессионалу. Погнали! Тик-так, тик-так, тик-так. Меняется, бежит. Ах, мода, 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 мода. На месте не стоит. Хотите быть в тренде? Все красивые. Спасибо тебе, Алисочка. Я сама так бы никогда не нарядилась. Да, все-таки я гений в мире моды и красоты. О, привет, Ваня! Мы на сказочный фестиваль. Да, волонтерами. Добро пожаловать. Комнаты для вас уже готовы. Интересно, как оформлена моя комната? В этом сезоне модно желтый цвет и горох. Но мне это совершенно не подходит. Может быть, малиновый или белый? Белый всегда в тренде, но это так непрактично. Ну все, приехали. Как все-таки здорово, что у каждой из нас будет своя комната. Это комната гномов. Мне сказали, прибудет сказочный патруль. Вот я и приготовил 4 комнаты. И как мне теперь в этом жить? Ладно, Алиса, не переживай. Мы тебе поможем тут все обустроить. Сейчас такую комнату тебе сделаем. Thank you.
зачем? Вы что, серьезно думаете, что мне хватит одного шкафа для одежды? Стрелочки мои, а вот так другое дело. Осталась маленькая деталь. Вот теперь все точно тик-так. Девочки, вас-то я и искал!